Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы занимаемся новогодней благотворительностью. И хочу сказать, что собрать деньги – это нелегкая задача. А вот потратить их еще больше проблем, потому что тяжело выбрать какие-то подарки для детей, для стариков. Вот Коля у нас стоит на… Коля-бухгалтер. Коля-бухгалтер, да-да-да. Вот выбираем, взяли уже, определились хотя бы уже с конфетами, это уже хорошо. Такие ВК-шные красивые конфетки. Вот. И решили взять вот такие вот наборчики. А вторую не надо, да? Для детей. Это Дима, который сделал нам сегодня скидку 10%. Спасибо, Дим. Всего 12 525. Это собрано. Собрано. Так. Делим их пополам. Получается 270 у нас на детей, на 23 человека, и 240 на стариков, на 26 человек. Ага. Едем мы куда? В дом престарелых на Терешковой и детский дом Троицкое село. Угу. Все, сколько там дедушек, бабушек? Дедушек 7, бабушек 16. Так, а детей? Детей не скажу сколько. Нет, количество, вроде как 8 количество, мальчиков. Нет, ну, количество детей. 21 сколько? Человек. Но мы берем 23 с запасом, там посмотрим. Хорошо. Друзья, ну вот такие вот подарки. Посмотрим сейчас. Мы еще купили пакеты специально. То есть мы сейчас еще выложим все в пакеты, чтобы было адресно, скажем так, лично, из рук в руки каждому ребенку, каждому старичку. Хочу сказать, что деньги собирали всем миром. И переводы были не только с Украины, но и с Молдовы. Диана, не переживайте. Ваши 300 гривен здесь. 402. Так, еще раз. Тут 10 343, здесь 2,59. Всего 12 402. А было у нас 12? Скажу. 12 525. 12 525. Еще осталось? Сейчас посчитаем. 12 525. 123 гривны. 123 гривны осталось. Ну вот, пакеты. Значит, пакет старикам. У нас бумажные полотенца, туалетная бумага, вафли, пара носков, мандарины, чашка, бананы, сок. Ну и подарок сладкое. Угу. Детский подарок. Детям у нас немного другой набор. Так как это дети, это набор посуды такой детский. Здесь два блюдца и чашка. Не блюдца, а тарелка. Ну, тарелочки, да, и чашка. Ага. Подарок тоже новогодний, сладкий. Угу. Сок, пачка сока и зубная паста со щеткой. Между прочим, со щеткой. Сразу акция идет, взяли, чтобы дети как бы, ну, следили за здоровьем своих зубов. Угу. Чтобы все было good. А, и печенье еще детям. Вот. Опа, и печенье. Хорошо. Вот такие подарки. У нас 136 гривен еще осталось. Вот что с ними делать? В фонде остались. Последний раз собираем. На следующий раз. На следующий раз 136 гривен. Все, хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Разуваться надо? Нет, хорошенько повытирайте. Мы ковры сняли и все. Там в зале мы сняли ковры. Ага. Сушатся вещи. Вот тут детки играются. Не оставит беды
взяли. Да, теперь постарше проходите. У нас как бы вещи есть, обувь есть, куртки надарили нам, скажите, сейчас продуктов всего перед праздниками навезли. Так. Химия тоже у нас пока есть. Да, вот еще, кстати, туалетная бумага, да, тоже вам. Да, спасибо. Ну, скажите, какие вообще потребности? У вас, как называется это детский дом или интернат? Как вы, как правильно? Нет, это реабилитационный центр. Реабилитационный, да, центр. Детей, которые что? Ну, изъяли из семьи на время. Или возвращают родителям, или в интернат отправляют. А, вот так, да? Да. Угу. Поэтому нельзя снимать. Поэтому нельзя снимать, да, потому что у них нету статуса. И неблагополучных семей, да? Да. Возвращаются, родители исправляются. Спонсоры, я же вам говорю, сейчас перед Новым годом навезли всего-всего достаточно. Детей, у нас и так одеты дети были, но еще попривозили всего. Я посмотрел, что такие красивые костюмы новогодние. Да. Очень классно. Это наш фонд у нас был. Вот кто там подарил, а то в основном мы накопили уже за годы. У нас продукты. Все есть. Вот сейчас до Нового года у нас было всего вдоволь, и сейчас все спонсоры все везут. Как правильно. Бы все, все есть. Рыба, молоко, то есть, все. То есть вы ни в чем не нуждаетесь? Нет. Абсолютно. Есть. Абсолютно. Абсолютно. Я вам говорю, нам нужен только спортзал. Это самое, самое вот, что нам нужно. Спортзал. Да. Нужно. Мы уже даже придумали как. Вот так вот прямо и крыша. И все. Заходите, гости, дорогие. А мы хотим бабушкам и дедушкам Новый год устроить. Праздник маленький. 2 секунды. Давайте. Все берем. И вас берем, и бабушек, и бабушек, и вас. Здравствуйте. Да, я понял. Ну что, давайте. Дедушка, это вам. С Новым годом. Да. С Новым годом, с новым счастьем. Держите. Это вам. Все, всего хорошего. О, сильная рука. У-ху-ху-ху-ху. Да. Дедушка. Это молодец. Да. Сейчас. С Новым годом, с новым счастьем. Это вам. Да. Ставьте. Сюда. Я положу. Вот так. Это вам. Борзо умирал. Да, Катерина, это вам. С Новым годом вас. Тая. Так, где Тая? Еще одна Тая. Давай, давай. Еще одна Тая и Лида. Подарочки любят, похороны. С Новым годом вас, с Новым годом. Давайте, давайте руку. Мои хорошие. Давайте руку, давай, давай, давай. Вот так. Я поцелую вас, Господи. Ой, еще вы 100 лет жили. Спасибо, спасибо. Ой, спасибо. Держите, это вам. Ой, спасибо, спасибо. Держите, держите. Спасибо. Это вам. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам огромное, чтобы у вас такое было счастье, чтобы видеть этот пакет большой. Давид, давай. Дай мне. Держи. С Новым годом. Это подарочек вам. С Новым годом вас. Вот, вот кто. Да. Олюшка, тебе пришли гости. Ой, давай, аккуратно. Витамины. Витамины. Виночка, тебе подарочек принесли. Волонтеры. С Новым годом поздравляю. Так, возьмите подарочки вам дают. Плохо видит они. Ничего, ничего. Ничего. Чтобы все у вас было хорошо. Здоровья вам, всего самого хорошего. Надо спасибо. Спасибо. Здравствуйте, с Новым годом вас. Спасибо. Все, будьте здоровы. Всего хорошего. Спасибо. И вот это вам. Тогда. Нет, я не здесь. Ничего, ничего. Нет. Просто... Помогай, да, и что? Все, и пускай будет тоже вам. Да, да. Все, спасибо. Всего хорошего. Вот так она вот. Всегда им покупает все. Какие потребности у вас вообще есть? У нас нет никаких потребностей. Ну, это понятно, что у вас абсолютно. Все... Абсолютно. Ну, вы видели, вы же прошли и посмотрели. Мы благополучны, они у нас все ухожены. Вы зашли, у нас пахнет все лежачие. Нет, отлично все, да. Ну, значит, они все постирано, значит, все убрано, они покупаны. Да. Они сытые. Если бы они были голодные, они бы хватали. Нет, это понятно. Все. Вы все видели на лицо. Да. Мы действительно ни в чем не нуждаемся. Мы нуждаемся, даже не мы, наши подопечные нуждаются в постороннем внимании.
То, что мы делаем, мы обязаны делать. И они это также и воспринимают. А когда вы приходите и приносите конфетки, те, которые они получают каждый день практически, они этому рады, потому что вы люди, которые пришли и проявили любовь. А мы... Вы мы отдали должны... частичку да. своего сердца. Да. А мы ее каждый день отдаем. Души. Все, я вас понял. Да. Мы, и правда. Люди рады новым лицам, люди рады новым эмоциям, люди рады вот тому, что они не забыты. Проявляют заботу. И... Я вас понял. Да. Вы же увидели, как да. они обрадовались, да, когда да, вы да, пришли. Да. Дорогие рыбаки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. От имени всех своих подопечных, которых вы только что посетили, я вам желаю удачного клёва, здоровья, чтобы ваше здоровье всегда вам позволяло заниматься тем, что вы любите, и всегда давало повод для того, чтобы вы приходили и делились своей любовью с такими нуждающимися в любви и помощи подопечными, как наши. Мы вас любим. Будьте здоровы, дорогие спасибо, мужчины. Спасибо, спасибо большое. Все. Супер. Будьте здоровы. До свидания. Всего хорошего вам. Целуем вас. Спасибо, ребята. До свидания. До свидания, чата. До свидания. До свидания.